Так, давай, комментируй, чтобы другим-то. Ты же не только ему. А, хорошо. Палочку обворачиваем пластырем. Любым, да, причем. Любым, пластырем. Да. В данном дешевым, самым дешевым, самым тот, который не пригодился. Который не нужен. Который не нужен. Для ушей. Вот, для ушей вот этот пластырь не годится однозначно. Он к шерсти не клеится. А для палочек? А, для палочек самый тон скользкий. Хорошо так, а клеится. Мы под него... Что? Никакую ватку не подкладываем. Нет, зачем? Она не нужна, там все равно пластырь будет. Так, и вторую также, да? Да, и также вторую. То, собственно, можно и не обматывать. Или лучше обмотать? Кого? Лучше обмотать. Нет, вообще палочку. Ну, нет, палочку обмотать, потому что она острая, концы острые, чтобы она не натирала ухо, чтобы она не краснела. Концы что-нибудь мягенькое. А концы сейчас еще сделаем. Так. Вот две палочки по длине ушей. Вот. И сейчас мы замотаем кончики, сделаем их, чтобы не разматывались вот эти вот кусочки. И потолще, чтобы они были помягче. Вот. Берем пластырь, небольшой кусочек. Тот же самый, никому не нужен. Да, мы хороший пока проперегаем. Ну, добро-то, для... да, его всегда не хватает в последний момент. Для обмотки ушей. Да, в последний момент он заканчивается. Кончик делаем толще. Ну да, чтобы он не натирал. Да, не натирал, чтобы он. Знаешь, как мы с тобой вдвоем комментируем хорошо. Для особо одаренных. Всегда какие-то вопросы появляются. Кстати, вот хорошо, что задаю вопрос. Да, задавай. Как обыватель. Я вчера увидела затеянную замотку ушей. Будем пробовать? Обязательно. Только единственное, что нам губка нужна будет большая. Нет, для... губку не надо. Для на... сворачивай вторую палку. Так, вот такой пластырь. Берем вот такой пластырь медицинский, нестерильный, на тканевой основе. Именно вот такой вот Neofix. Ну, коробочка сейчас вот такая. Раньше да, коробочка такая, да, бывает еще сиреневый, 5-сантиметровый сиреневый. Нам 3 сантиметра лучше. Хотя 5 сантиметров 5 сантиметров тоже можно отрезать. Для, хорошо для приклеивания палок. Да. У тебя, кстати, нет 5 сантиметров? Так, берем кусок. Сейчас мы будем приклеивать. 5-сантиметровый. Да, значит, для приклеивания палок лучше, конечно, использовать 5-сантиметровый пластырь. Держатся они тогда крепче. Ну, можно и 3-сантиметровый. Берем полоску пластыря. Чуть-чуть длиннее, чем палка. Кладем палочку посередине. Ну, почти посередине. Вот. Отрезаем. Первая палочка готова. Также берем вторую. То же самое, чуть длиннее. Приклеиваем палочку. Отрезаем кусочек. Вот у нас готовы две палочки на пластыре, которые мы приклеим к ушкам. Правнее. Да-да-да. Вот так вот. Вот. Две палочки. Это первый этап. Дальше мы берем кусок пластыря, которым мы начнем заворачивать сами уши. Достаточно длинный. Ну, 20 сантиметров достаточно, чтобы он не заворачивался у нас. Ну, практически длина палок. Вот ну, да-да-да. Получается, ну, палка чуть длиннее, да. То есть это вообще-то для этого, для основания. Ну, вот. Так, чтобы по размерам. Да, ну, говорю, 20 сантиметров. Вот. Берем два кусочка небольших. Это тоже на замотку. Это все на замотку уже пошло. Вот. Соответственно, второй. И, ну, в двух экземплярах, да, потому что ушей-то у нас два. Не, можно, конечно, на один. Штука вот уже один. Да-да-да-да-да. Вот, два маленьких куска. Эти кусочки получаются на основании, эти на кончике. И дальше еще кусочек тоже 20 сантиметров. Ну, на самом деле, размер в данном случае ровно столько, что насколько удобно закручивать.
Вот. Угу. Так что кому-то, возможно, 10-сантиметровыми, но большим количеством кусочков, кому-то удобнее 20 сантиметров. Ну, это же с опытом приходит. Да, это опыт, да. То есть, как бы, вот я эмпирическим путем выяснила, что мне 20 сантиметров оптимальный вариант. Первый рулончик у нас кончился. Теперь нам нужно сделать перемычку. Ну, просто заготовку для перемычки. Ну, заготовку, да, для перемычки. Вот, ну, здесь кусочек отрезаем подлиннее. Практически они... Ну, все они все практически одинаковые, да. Плюс-минус. Плюс-минус, да. То есть на перемычку... Ну, даже видно. Да. Лучше два кусочка тоже. С одной стороны, с другой стороны. Вот. Здесь уже не принципиально. Вполне возможно, что нам понадобится еще отрезать что-то, но это уже по факту. Вот у нас Да, вот у нас комплект. Две палочки, два основания, две верхушки, две серединки и на перемычечку. А теперь осталось мелочи отловить собаку. Угу, самое главное. Пошли за собакой. Пошли. Так, отловили объект. Почти 3 месяца. А, ну да. Нет, завтра 3 месяца. Завтра 3 месяца. Так, вот такие вот ушки. А подожди, ты-ка с какой стороны мне? Мне тогда лучше туда, наверное. Так, ну, смотри, у нас свет включился. А он тебе до этого, до этого включался. Вот сейчас, когда ты отсюда снимал. Надо помыть ушки, если они грязные. Надо ушки помыть. Да, внутрь ушей совсем не лазим. Вот, снимаем только грязь, которая снаружи. Когда даже чистить в дальнейшем уши будем, не надо туда залезать пальчиком, аккуратненько. Да, все, что надо, лишнее, да. Вылезет. Лишнее отсюда снимаем. Собаки, живущие на участке. Да, и также делаем второе ушко. Обычный спонжик для снятия макияжа. Любое средство для обезжиривания. То есть в данном случае, так как мы все волшебно сидим на пандемии, вот, у нас у всех есть средства для стерилизации рук. Ну, одна сбежала табуретка. Так, ага. Много не надо, то есть спиртосодержащее средство любое. Просто для обеззараживания уши. Можно просто чистый спирт взять. Вот. Просто чтобы снять вот этот липкий слой, потому что жировые отложения на ушах в любом случае есть. Вот. Можно использовать, конечно, бензин для зажигалок. Вот. Но... Можно еще что-нибудь придумать. Да, можно что угодно. Главное обезжирить. Стоп-машина. Уши мы почистили, уши мы сняли с них жировой слой. Теперь подождем, пока высохнет шерсть. Вон, так что, ну, много налили спирта. Угу. Вот. Я использую обычно со спреем, то есть он тогда меньше дает это самое, ну, мокроты, скажем можно так. Можно отпустить пока, нет? Да. А она сейчас запачкается. У нас высохла собачка. Собачка подсохла. Берем палочку, пластырь с палочкой. Ну, нам это лишняя деталь. Вот. Прикладываем. Вот здесь есть такая вещь, называется козелок. Вот эта вот штучка. Угу. Вот. На нее ставим палочку основанием, да, как на опору. Вот. И прикладываем к ушку. То, что палочка получается чуть длиннее. То, что палка чуть длиннее, не страшно. Вот. Здесь просто заворачиваем вокруг ушка. Вот. Красоту наведем в эту сторону. Она туда тоже не приклеится. Не приклеится. Это, ты думаешь, зачем мне на кончике штучки? Вот. Дальше мы берем кусочек кода. Вот. Дальше берем кусочек, который мы приготовили для основания. До основания поднимаем ухо наверх, то есть перпендикулярно голове, прям вот четко линиям головы. Чтобы вам не было головы следить. Вот. Вот. Прикладываем прям на основании поглубже этот пластырь. И достаточно сильно, но не перетягивая. Внимательно за этим следим. Заматываем основание уха, вертикально подняв его вверх. Так вот в натянутом состоянии и заматываем. Вот. Чтобы пластырь лучше приклеился, обжимаем его вот так вот руками, просто от тепла кожи. Вот. Он хорошо приклеивается. Затем, чтобы у нас красивенькие кончики были лежи. Вот. Мы приклеиваем на кончики, чтобы еще и держалась наша палочка. Соответственно, кусочек пластыря. Не перетягивая ни в коем случае. И не натягивая. Не натягиваем, просто облепая. Просто облепляем
Да. Вот. Фиксирую, короче. Фиксируем, скажем так. Да, дальше мы берем тот кусочек, который мы приготовили для серединки. И заматываем ухо по всему, по всей длине. Ну да, ну так пряменько должно быть. Да. Перпендикулярно голове. Вот. Нет. Ну, не хватило чуть-чуть. Ничего страшного, мы сейчас еще сделаем. Не натягивая. Не натягивая. Просто фиксируем. Просто фиксируем ухо, чтобы у нас не отвалилось. К палочке. Да, просто ушко к палочке фиксируем. Вот. Не оставляю никаких черных. Все, обжимаем ушко руками, чтобы это все приклеилось. Все, на самом деле это намертво. Вот. Вот такая красота. Дайте нашу морду. Мы покажем вам первое наше ушко. Вот. Ну, пока оно в стороне, но мы потом вот зафиксируем. Это фиксируется уже потом. Теперь приступаем также ко второму. Ко второму уху. Вот. Также делаем второе ушко. Тоже на козелок. Вертикально вверх палочку. Пластырь, соответственно, мы приматываем. На кончике залепляем. Вот. Здесь мне интересно просто, чтобы палка держалась вокруг уха. Ну, здесь вот так. Вот. Приклеиваем. Опять берем. Вот. Тише. Желательно, вот, чтобы кто-то еще держал морду. Хотя бы в идеале. Да, в идеале. Хотя бы первые несколько раз. Пока собака не привыкнет это все делать. Да. Тут у нас щенок просто лежит сейчас. Да, просто жарко, очень жарко. Я думаю, что ей тоже тяжко. Вот. А так, конечно, сидя, наверное, было бы. Сидя было бы ровнее и удобнее. Удобнее сидя это делать. Придется пока использовать нашу пластырь для перемычки, раз уж у нас не хватило. А палочки, кстати, это обычные палочки, это которые... палочки для мешания кофе, которые лежат в огромных количествах на всех заправках. Да, очень удобно. По размеру. Дешево, сердито. Обламываются настолько, насколько вам нужно. Вот. Одно время я использовала пластиковые варианты. Угу. Пластик, наверное, хотя нет, все равно. А да? Пластырем обматываешь. На самом деле очень удобно было. Вот, но сейчас я не могу найти такой пластик, mm-hmm. чтобы он был не жесткий, а именно такой пластичный. Mm-hmm. Вот. Сейчас почему-то все делается из жесткого пластика. Вот. С кокосом. Вот. Там были палки такие. Mm-hmm. Вот. Так. Теперь надо показать нас... теперь. Да. Вот у нас готово. Что у нас? Два рожка. Давай попробуем сядьте, посадить. Которые смотрят разные стороны. Да. Вот у нас есть два рога, которую мы сейчас скрепим между собой. Mm-hmm. Вот. Для этого уши... желательно держать, да, чтобы кто-то держал все-таки, да, голову. То есть мы сейчас делаем вот так вот. Вот. Уши, соответственно, держатся за счет мышц на голове, поэтому наша задача научить сейчас просто собаку держать эти уши вот так вот вертикально вверх. Поэтому пока мы их фиксируем, вот, а затем она сама будет уже это держать по мере как бы роста mm-hmm. головы. Так, ну я голову держу. Стоп. То есть собираем ушки в кучку. Вот. Фиксируем, соответственно, пластырь на той длине, на которой нам нужно, чуть-чуть запасом. То есть вот сюда в серединку. Приклеилось хорошо уже. Ладно. Вот. Желательно уши ставим прям четко вертикально вверх. Для этого, конечно, вот здесь вот лучше, чтобы собачку кто-то подержал. Сейчас я помогу. Подождите. Сейчас уберу. И мы покажем последний этап. Так, вот закрепили пластырь с одной стороны и с другой стороны. Теперь для красоты исключительно, потому что так захотелось нам. Просто серединку вот так вот обматываем. Опять же, просто вот здесь как раз подойдет любой пластырь. Да. Можно цветным. Самый плохенький. Да. Который не нужен никому. Так. Все. Звезда. Давай, морду. Вот. Значит, главное, чтобы параллельно все это было. Параллельные ушки
параллельно эти. И угол тоже, наверное, важно, чтобы, держи, чтобы угол был, чтобы вот это вот направлялось ровненько вперед и назад. Ну, плоскость, вот плоскость уха была. Угу. Не такой, не так. Да, то есть уши должны быть, да, то есть параллельно друг дружке, иначе они так и будут стоять. Если будете их разворачивать вот так, у вас вот эта вот часть будет все время торчать сюда и так и ляжет. Угу. И главное еще натянуть. Да, и главное вертикально вверх натянуть. Ну все, вот. На этом. Ну все, да, еще один маленький нюанс, то есть, соответственно, это замотка на 3-4 дня. Вот. Неделя, ну, 5-6 дней максимум. Ну, 5-6 дней, наверное, зимнее время, холодное. Это зимнее время. Если по жаре, то это максимум 3-4 дня. На самом деле, выяснить, не пора ли перематывать. Ну, конечно, пластырь сейчас к вечеру станет уже черный. Вот. А так из ушей начинает пахнуть. Да, да. Все, всем удачи. Разбежались?